Слава Иисусу Христу за Его кровь святую, за то, что Он каждого из нас в свое время, в своих обстоятельствах Он нас нашел, и Он открылся нам. И знаете, я хочу похвалиться перед всеми. Я знаю Господа, и я думаю, что это самое драгоценное, что мы имеем. Мы богаче самого богатого человека на этой земле, потому что Господь нам открылся. Если посмотреть на те миллионы, миллиарды людей, которые живут и жили, прожили уже на этой земле, к сожалению, очень немногие находят тот путь, ту истину и ту жизнь, которая есть Иисус Христос. И не мы такие хорошие, а Господь, Его благость, она привела нас к покаянию. Однажды на Голгофе была и я. Однажды Господь поднял меня из того глубокого рва погибели, где я находилась. Он открыл мне свою истину, Он просветил очи моего сердца. Он открыл мой разум к тому, чтобы понять Его Слово, Его Евангелие, и я на этом месте. И каждый из нас, мы на этом месте, слава Богу. Это не сравнится ни с какими богатствами. Однажды мы оставим все, но мы придем к тому, который нас возлюбил и искупил. Слава нашему Господу! Стою перед распятием на коленях, прощенная, оправдана тобой. Ты возлюбил меня и, не жалея, отдал себя на муки за грех мой. Что ты соделал для меня, все ж приобресть спасенье может каждый, там на Голгофе, где однажды я была. Стою и жду со страхом приговора за безрассудно прожитую жизнь. А ты, взглянув в глаза мои с любовью, сказал: иди и больше не греши. Мне не понять твоей любви, бессилен разум понять, что ты делал для меня, все ж приобресть спасенье может каждый, там на Голгофе, где однажды я была. Веди меня и будь всегда со мною, и помоги любить, как любишь ты. Мне ничего не нужно, лишь с тобою хочу быть рядом. Спасенье может каждый, там на Голгофе, где однажды я была. Слава Иисусу Христу!